Вот, ребята, сажаю я чеснок, а у нас снежок. Вот он идет, снежок. Видно вам там. Ну, в общем, так, посадила я сегодня чесночок. Вот грядку. Как задумала, конечно, мне ничего не получилось. О, как задувает. Ну, снег идет. Видно, да? Ох, как. Ну вот. Значит, сделала я немножко по-другому. Хотела посадить в горчицу. Ну, вот как вот здесь вот, да? Вот. А, видимо, все-таки дожди уплотнили немного почву, да корни еще вот, горчичные. И немножко, мне кажется, плотная стала земля. Вот. И я сделала бороздки тяпочкой. Не везде, а вот где, вот, ну, как рядочки сделала. И вот посадила чесночок. Ну, вот сколько у меня тут получилось? 25 рядочков по 7 штучек в рядке. Вот. Вот так вот. Присыпала я из компостной кучи компостом. Вот. А что? И горчицу немножко примяла. Пусть она там перепревает. Не хотелось мне, конечно, всю горчицу вот это скашивать, выдергивать. И вот я решила сделать так вот бороздки. Не знаю. Мне кажется, нормально получилось. Горчица будет прикрывать вот оставшиеся тут сверху еще. Та, которая закопана под компостом, будет перепревать. Я думаю, все нормально будет. И сверху еще присыпала суперфосфатом двойным. Простого у меня не было. Обнаружила пакетик. Думаю, что пропадать добру. Хотя я не любитель всяких этих удобрений. Ну, все же. Вот так вот решила почему-то. Быстро-быстро, на скорую руку. Погода, конечно, нясь. Вот. Белым снегом, белым снегом. Вот такая вот штучка у нас сегодня. Вот. Посадка чеснока. Вот. Думаю, что завершена. Ну, там немножко осталось. Вот посадила по грядке в клубнику, вот по краям. Это первогодка. Осенью посажена. Горчицу косить не буду. Пусть она прикрывает ее заморски. Спасает. Вот так вот. Если еще погода будет, присыплю посадки листвой. Вот. Голую землю там, чтобы она не была голой. Присыплю тоже листьями. Привезу с парка. Ну вот. И в огород, наверное, я уже не ногой. Беседки, занавесочки сниму. Вот, цветочки. Цветочки, семена собираю еще. Хотя, наверное, замерзли. Ну, может быть, и нет. Вот. Собираю цветочки. Так, пойду покажу еще мой томатик. Кормилец. Без всякого укрытия рос вот такой томатик. Очень красивый был, раскидистый. Вон сколько еще осталось. Не влезло. Не влезло в меня. Вот такой кадушки. Рассыпается кадушечка. Вот еще цветочки цветут. Вот озеро мое. Пруд. Сейчас вычерпала. Это девушка. Девушка-красавица. Летом сверху у меня стояли цветочки. Типа как волосы. Ой, руки трясутся. Холодно. Замерзла. В общем, пошла домой греться. Чай с плюшками. Вот помей надо еще убрать. Да, печалька. Что делать? Пойду рябину покажу еще. Так что вот. Ну, пока.